А я говорю, ты не настоящая. Так нечестно. Честно. Катя. Ай, Макс, ну что ты все время так пугаешь? Потому что ты всегда пугаешься. Катя, дай конфетку. Макс, у меня нет конфетки. Где тебе ее возьму? Катя, это как? Совсем-совсем нет? Никакой-никакой маленькой-маленькой конфеточки. Макс, вообще-вообще никакой. Ни маленькой, ни большой. Отстань, я читаю книжку про принцессу Эльзу. Эх, вот вы увидите ее. Ха, здорово. Интересно, а как ты увидишь то, чего нет? Это ж сказки все. Не бывает твоих принцесс. Принцесса. Это как это не бывает? Принцессы бывают. А я говорю, принцесс не бывает. А я говорю, принцессы бывают. Нет, не бывают. Мак, не спорь со мной, принцессы бывают. А Эльза точно-точно существует. Да? А вот попроси сейчас у своей Эльзы конфетку. Пусть принесет. А вот не буду я такую ерунду у принцессы Эльзы просить. Конфетку. Тебе надо, ты проси у своего Человека-паука. Или кто там у тебя еще? Так и скажи, что принцесс не бывает. Вот и все. Ой, достала бы я такую ерунду просить и беспокоить. Я бы попросила себе какую-нибудь красивую куколку, принцессу. Это как это меня не бывает? Вот она, здесь я. Не бывает принцесс. Не бывает принцессы Эльзы. Ну, мальчик. Катя, что это? Я не знаю. Это... Макс, это какая-то кукла-принцесса. Ну это я понял. А откуда она здесь? Только что ее здесь не было. Мама, что ли, принесла, пока мы ругались? Мальчик, конечно, мама. Это Эльза, принцесса, принесла, которых не существует. Ой, по-моему, кто-то говорит. У нас в окне принцесса Эльза. Макс, смотри. Ну, и где? Вот здесь я. Принцесса Эльза! Я знала, что ты есть. Как здорово! Спасибо, что зашла ко мне в гости. Катя, да ты издеваешься? Какая принцесса Эльза? Ой, по-моему, Катя сегодня не выспалась. О-о-о. Я, по-моему, тоже не выспался. И еще сплю. Мам, и ты, что ли, переоделась? Ха-ха, чтобы Катя поверила в принцесс. Ха-ха, это точно мама. Мама, вылезай из костюма. Мальчик, да какая тебе мама? Я настоящая принцесса Эльза. Вот какой неверующий. Я уже специально к вам в комнату пришла. А то не бывает, не бывает. Еще как бывает. Ой, да что вы мне тут рассказываете? Мама, где ты там? Мальчик, что ты себе позволяешь? Немедленно отойди. А я говорю, ты не настоящая. Или настоящая принцесса. Катя, что это? Что здесь происходит? Что за розыгрыш опять, а? Может, это тогда папа переоделся? О, папа! Так меня еще никто не называл. Мальчик, ты сейчас договоришь, и я превращу тебя в ледышку. Ха-ха, в ледышку, ага, так я вам и поверил, в ледышку. Что вы принцесса, превратите меня в ледышку, да-да-да-да-да, ха-ха. Вот это розыгрыш, Катя, супер, а я думал, будет скучный день, а нет, вот она, Эльза. Мама или папа, или специальный аниматор, ха, точно, сегодня праздник, что ли, какой? Нет, ну вы посмотрите на него, я говорю, превращу его в ледышку, а он еще и оскорбляет. Ну все, мальчик, держись. Ну что, не работает ваша магия? Я же говорил, что ты не принцесса, а аниматор. Макса не обманешь. Какая же хорошая ледышка у меня получилась. Ну что, как у тебя дела? Мальчик, ну что, бывают принцессы? Вот посиди там, пока не научишься хорошим манерам. Какой невоспитанный. Ой-ой. Эльза, ну зачем? Макс, он хороший, он просто не верит во всякие сказки. Расколдуй его, пожалуйста, он больше так не будет. Честно. Макс, какая же холодная эта ледышка. Принцесса Эльза. Катя,
Ты знаешь, мне кажется, пусть он немного посидит здесь. Научится хорошо себя вести. А мы пока с тобой откроем принцессу, игрушку, которую ты у меня и просила. А он нам не будет пока мешать. Эй, ну вы что там все с ума посходили? Немедленно выпустите меня отсюда! Что это такое? Эй, Катя! Принцессы, наколдовали тут обе! Расколдуйте меня! Ух ты, какая красота! Она почти с меня ростом, это принцесса! Эй, принцессы, а вы там про меня не забыли случайно? Так-то холодно тут, во льдах у вас! Эй, как там тебе? Эльза, расколдуй! Я больше не буду! Да, ты принцесса, принцесса Эльза! Я же заболею! Ай, буду кашлять и чихать! Ну, выпустите меня! Я больше так не буду! Как ты смог оттуда выбраться? Уже и голова торчит! Ой, какой настырный мальчик. Говоришь, поверил, да? Ну, посиди еще чуть-чуть. А потом я тебя расколдую. Так нечестно. Это же Золушка. Моя самая любимая из принцесс. Но после тебя, Эльза. Спасибо тебе огромное. Какой сегодня супер день. Я не ожидала, что ко мне в гости придет сама Эльза. А еще и Макса заколдует. Эльза, спасибо тебе большое. А ты придешь ко мне еще? Пожалуйста, Катя, но думаю, что не смогу. У меня очень много дел. Верь в принцесс. И ты тоже когда-нибудь станешь принцессой. Вот посмотри на Золушку. Она столько работала, столько старалась. И в итоге стала вот такой замечательной и красивой принцессой. У тебя тоже все получится. Ну ладно, мне пора. Как это пора? А я? Эльза! А я? Ты же меня тут не оставишь! Ах да, противный мальчик. Ладно, я тебя расколдую. Верь в сказки. Чудеса бывают. Спасибо, Эльза! Вот это чудеса чудесное. Я весь мокрый и ты холодный. Одно мокрое место... Катя осталась от твоей Эльзы. Ой, не буду смеяться над принцессами. Ой, покажи, что у тебя тут такое попалось. О, Золушка, это добрая принцесса, в отличие от... Что? Не, Эльза, ты самая лучшая принцесса. Ага, давай, пока-пока. Ой, сказать-то ничего уже нельзя. Вот это чудеса. А вы, ребята, верите в чудеса? А? Я вот совсем не верил. А сегодня поверил. Может, тогда и Человек-паук есть? Катя, как ты там Эльзу к себе позвала? А? Давай, рассказывай. Не скажу. Нам еще дома Человека-пауков не хватало. Я их боюсь до ужаса. Ну что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Даринелка и смотрите новые мультики. Пока-пока! Какая же она красивая, эта Золушка. Здорово. Значит, холодные Эльзы, которые превращают хороших мальчиков в ледышки, нам нужны, а человеки-пауки, которые спасают мир, не нужны. Логика, Катя, у тебя. Эх, как у принцессы.